А пока чиновники от энергетики заняты кадровыми вопросами, украинцев больше волнует цена на энергоносители, а энергопоставщиков – растущие долги потребителей. Например, в Киеве задолженность за отопление приблизилась к отметке 5 миллиардов гривен. При этом самые злостные неплательщики – это жители элитных районов столицы – Печерского и Шевченковского. Напомню, в конце 2016-го за коммуналку в Украине задолжали почти 23,5 миллиарда гривен.